И всем привет, привет, привет! С вами Кунька, Лази и Рыбокс. Поздоровайтесь, ребята. Всем привет, друзья. С вами всегда любимый Лази Мажор. Лази Мажор. Здорово, джинджики. Вот знаете, я когда я говорю Лази, у меня почему-то сразу аллергия. Вот, знаете, такой, это такой, знаете, насморк непонятно. То есть я говорю Лази, у меня сразу кандон. Вот. То есть, не знаю, с чем это связано. Итак, народ, мы договорились, что мы будем покрывать по старшинству. И я хотел бы сразу открыть яйца. Долбанем сейчас по яичкам. Мне админы сказали по секрету, что сегодня сайт выдает на шурме 100 рублей, печенье предсказания 330 рублей и яйца. Так что, Лази, давай, снимай штаны, Рибокс, неси молоток, по лазиным яйцам будем бить первыми. Так, ладно, первый, какой я хотел бы открыть, это у нас за 287 рублей. У кого, да, у кого десептиконы в микрофоне ебутся? Это вот... У Рибокса, походу. Да, да, вот на, у нашего товарища. Так, кстати, все открыли. Ребят, я нет, что, открываем уже, да? Нет, знаем? Нет, ну, вывел на экран. Лази, блядь, перезайди в Дискорд, у тебя пизда. Десептиконы, блядь, нахуй атакуют просто. Это не у меня, это я тоже это слышал. Ой, не Лази, а Дискорд. Что за хуйня, у меня лаги, блядь. Все. Нормально, нет? Так, все, нормально. Все готовы? Я считаю. Да, готовы? Давай. Раз. Какой кей? Я из этого шума ни хера не слышал. Открываем фиолетовое яйцо за 287 рублей. Я себе ты выбрал, где оно находится вообще, блядь? Я здесь первый раз открываю. Смотри, листаешь вниз, видишь дракона, драгон кейсы. Столовку вижу. Нет, выше. Драгон кейсы. Там дракон такой изображенный, надо нажать перейти. Шаверма, китайский Новый год, блядь. Блядь, ну ты ебаный. Надо было сразу познакомиться с сайтом, блядь, этим конченым. Так, смотри, шаверму видишь? Драгоценные кейсы, блядь. Заглянуть. Сюда да, нам? Да. Фиолетовый кейс. Загляну. Мистикл. Видишь? Заглядываю. Грузимся. Давай. 287 рублей, я считаю. Раз, два, три. Погнали. Погнали. Смотрите сейчас, как я этих даунов сделаю просто нахуй на изи. Оу, щит. Чё тебе там? Мне выпала вещь за... Сейчас скажу за сколько. Я тоже сейчас скажу за сколько мне 410, упало. 410, слушай. 60 рублей. 60 рублей. Вот, да, подкрутку, пидораса. У тебя 60, а у тебя... Ребят, сколько? У Кунька 60? Сейчас, подожди, блядь. А, ну конечно, 70 рублей, блядь. Ну понятно, 70. Пацаны, блядь. Ладно, лазь, давай, выбирай. А, ну да, вот, можно подкрутку в ленте смотреть. Ебать, какому-то пидорасу за 4000 упал этот вард на... 70, 60 и 400. Ну понятно, короче. Ну, так, не выебывайся. Я предлагаю, пацаны, печенье с предсказаниями. Давайте его два раза откроем. Не, по одному. По одному разу. Окей, все. Тогда, пользуясь случаем, скажу, ребята, подписывайтесь на мой канал. Да, а еще напишите что ему комментарий, что он гандон. Все готовы причинить предсказание за 322 рубля? Подожди, Рибокс, готов? Давайте, блядь, найдем эту хуйню, блядь. Где она находится, ты говно? Смотри, самый верх. Листаешь чуть ниже. Да потому что тут открываете каждый день, блядь, на этих кейсах, нахуй. Я здесь первый раз зашел. Да все, не ори. Самый низ опускаешься. Ну, не, самый верх. Китайский Новый год. И потом... Вы, блядь, определитесь. Самый верх, китайский Новый год. И там печенье с предсказаниями. Видишь, за 322 рубля. Видишь? Так, китайский Новый год, блядь. Так, да, блядь, так. Чуть-чуть ниже, вторая линия. Все, вижу, давай, погнали. Считай, Лази. Лази, отсчитывай. Один, два, погнали. Я вот кручу. Сейчас мне аркана выпадет, они все суснут, блядь, так, глубоко. Так, пацаны, я вижу, что кунь... Ой, Рибокс 920 выбил, лол. Да ладно, ебать. Пацаны, на... я вас еще с ней взъебу, блядь. Будете рекламировать мой, блядь, канал на своих сайтах, блядь. Давай, 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 Рибокс. Кунька пока... Я в самой жопе. Давай. Да, говорю, у меня подкрутка. Чего у меня на балансе 6 тысяч? Алло, ребят, у меня 6 тысяч на балансе. Значит, ты не выведешь или нихуя, пацаны. Да, все, забудь. А что за фигня? У меня баланс забагался, у меня стало 6 тысяч. Похуй, потом разберемся, давай. Следующий, Рибокс, выбирай кейс, какой хочешь. У меня тоже, у меня 3200. Так, ну давайте, так, 28, 148. А давайте, пацаны, луданем этот, нефритовый змей, вот есть за 888. Нихуя выкину. Это нормально. Сейчас по арканке домой, по домам. Какой еще раз, подожди? Нефритовый кейс. Вижу. Вижу, давай, я готов. А, на счет три. Раз, два, три, погнали. Ебать вы нахуй даете, блядь, жару. Блядь, Рибоксу выпадает за 8200, за 200, 800 сет, мне за 400 рублей, вы чё, охуели? Пацаны, эй, блядь. Хорош, блядь, походу там ты мне нашаманил, блядь. Главное, чтоб я эту хуйню вывезти смог отсюда, блядь. Вы чё, охуели, драгон дроп, блядь, это чё, я кому сказал подкручивать, вы чё, ебланы, блядь? Я им сейчас напишу.
пацаны по домам, бля, сейчас пойдем, нормально. Ты там не написывай, я все слышу, бля. 2800, слушай, а да. Что за фигня? А это сет это самый редкий, это самый редкий сет на дизраптора. Ты вообще вывести сможешь? Я вообще, нет? Честно, не кушаю. А мы будем проверять, блядь. Мы будем проверять, мы в конце видео проверим. Ладно, я выбираю, да? Ну вы пидорасы, конечно, бля, я в ахуй с вас. Ну-ка, скидайте-ка еще раз по яичкам вдарим. Раз вы такие дорогие, выбирайте, хуй с вами будете есть. Давайте, да, яйцо, яйца, да? Да, за 687. Третье яйцо, самое, почти самое дорогое. Блядь, яйца открываем, ёбаный. Да, я, блядь, я вас сейчас уделаю, суки, вы что-то вообще поохуели, блядь. Забыли, как батин писюн пахнет, блядь. Готовы? Подождите, так, дайте зайду в этот яйц. 687, почти в самом низу, левый нижний, левое нижнее яйцо, как у Лази. У него одно, яйцо, блядь, до колена, а другое внутри, блядь. Чё, давай, готовы? Сейчас заглянем, левое нижнее яйцо. Раз, два, три. Блядь, если... Плюс аркана будет. Отсосите хуй аркана! Ха! Не зря, слушай, написал. Ну... А бля, мне 170 рублей дала, нормально, по кайфу. Пацаны, погодите, она тупит немного, эта хуйня. Он сейчас вот как раз только прокручивается. Смотрите ленту, я не знаю, что там выпадет сейчас. Но тебе голова выпала, такая же, как и ему. Короче, залупа, блядь, я понял, ясно. До свидания, блядь. Окей, давай, Лась, твой кейс. Так, мой кейс, да? Ну, слушай, я знаешь, что хочу? Я хочу гигантскую шавуху, наверное, за тысячу. Не, давай классическую за 500. А, это там выбирать нужно, да? Ну, выбираем любой шмот, кто так, какой. Так, подожди, какую шаурму ты выбираешь? Классическую за 400, там, ну, 77. Почти 500. 477, да, рублей, 47, да? Угу. Да. Выбирайте, хорошо, любой, ну, шмот там. Давай, давай, давай. Ну, сами, ну, себе давай подстройте. Сейчас, погодите, ребята, выбираю. Бля, если мне две арканы как минимум не упадет, я отхуесошу этот сайт. Демон. И обязательно сейчас будем проверять на вывод в конце видео. Кстати, народ, ботов не показываем, могут забанить ботов и могут забанить наш аккаунт. Поэтому показываем, и просто уже в инвентаре. Погнали. Ну что, я готовы? Понял, давай. Раз, два, три. Да, можно нажимать, я думаю. Ну все, погнали. Нажимаю. Давай. Минус 477. Пацаны, получаю. Давай хоть что-нибудь, блядь. Хотя я уже и так... золотой башер выбил. А, Рибокс выбил голову за 920. А я спин за 570. За всю боль просто тебе, блин. Ага. Ты меня сейчас просто... У нас сейчас двоих опидоразит, ты понимаешь? Новичок, ютубер, зашел с нами, с профессионалами открывальщиков на сайте, и он нас пидорасит по полной, блядь. Я не удивлюсь, если... Я вас пидорасил, блядь, в прошлых видео, так что ты нахуй, блядь. Я не удивлюсь, если наши еще с тобой девушки ему сосут по столом, блядь, потому что он нас трахает по полной, выбирай. Я, короче, вот что Лази открывал, мне понравилось, печенье с предсказанием, 322 рубля, внизу, давайте. Так, сейчас, подождите, я готовлюсь. Так, я готов, считай. Давай, на счет три, раз, два. Погнали. 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 Бля, ну минимум должна еще вторая аркана. Блять, вот то, что у них лента палит заранее, это пиздец, конечно. Я уже все знаю, ну, что вам выпало. Да. Где в этом? А, все, вижу. Вижу в ленте. Не, я предлагаю еще. А пошел нахуй, мой выбор. А, нет, у тебя самый дорогой кунька, по идее. Так, я теперь хочу, давайте тоже яйцо и золотое за 487. Че тебя так на яйца тянет? Ты давно не сосал? Ты что такой-нибудь разогнался, у меня 517 рублей на балансе осталось. Ну, 487, давай, открываем. 487, ну погнали, давай. Да, сравним, если что, по балансу и ребоксу, потому что у него самый нормальный баланс, а у нас что-то залагали. У Лази 4, ой, 6 тысяч, у меня 3700, блядь. Ну, короче, влагает. У меня 3600 осталось. У тебя, ну, тоже? Не, у меня 800 рублей. Это, народ, так что будут промокоды в комментариях прикрепленных. У всех троих будут промокоды, можете активировать. Да, и, короче, прикиньте, у вас также залагает баланс, и вы дохуя выведете. Ну, выводите до того, как вас админы спалят. Так, все готовы? Ой, какой вообще открываем? Еще раз. Золотое яйцо. Голден. 477, да-да-да. 487, да. Раз, два, три. Я здесь сразу ленту... Кстати. Можете сразу хуйца соснуть, отгадайте, что мне выпало. Плечи мне говно выпало. Мне плечи на ВР-ку за 2000. Юг, блядь. Я тебя понял, я тебя понял. Отсосите мой хуй. Ебать. Ну, кунька написал ему подкрутку. Мне подкрутка? Этому сет за 3000 упал. Этому сет за 3000 упал, а мне подкрутка, блядь? А мне что упало, алё? А тебе хуй по губе. Так, а... Мне упало, пацаны, знаете, на сколько? На 2000. Так, ладно. Рибок, сколько у тебя осталось баланса? Еще тридцатка уже, то есть все, у меня баланс... Сколько у тебя? 30 рублей. Ладно, Лази. Давайте подсчитаем по вещам, а потом еще мы с тобой пооткрываем. Хорошо. Может, потом открыть еще там балик есть.
Хорошо. Так, а как посмотреть, как, что продать все? Или на калькуляторе мне, блядь, считать? Не-не-не, заходи в контракт, и все выдели, и узнаешь общую сумму. Давайте сейчас считаем общую сумму. Подожди, сориентируй меня тоже, как это хуйню эту сделать? Заходишь в инвентарь, потом улучши, и оттуда... Тут мой профиль типа есть, да? Вот эта херня, нет? Да-да-да, в моем профиле улучшить. У меня на 5455 рублей. Это вообще нормально? У меня 2473. А у тебя ребокс? Лучше, дед, хуйня. Типа зеленая такая хуйня? Не-не-не, фиолетовая такая. Наведись на шмотку и в нижнем правой иконке. Сейчас я тебя закину сюда. Да, просто в апгрейды, но не перековать не нажимай, народ. Предупредили, что перековка еще плохо работает, поэтому не стоит. У меня на 5455 рублей. Я что-то не понимаю, нахуй, здесь хуйня. Я на один, короче, предмет нажал, блядь. Ну... Блять. Выбрать предметы для перековки. Выбрать предметы, да, для перековки. О, вижу. Так, перековать. Все выделяют. Да, типа, выбрать их. Да, все выбираешь. Все выделяй, да. Да, все выделяй, но не нажми кнопку, блядь, перековывать. Закроешь просто. Хорошо. Ну, сколько так, у тебя? Так, у меня 5384. 5384, рубасы. У меня, короче, кунька опять всех выебал. 5455 рублей. Ну, да пацаны, у меня баланс багнулся, у меня стало еще 3к, так что я сейчас на 3к по-любому окуплюсь, Кунька, давай с тобой тогда. Давай, предлагаю. Давай гигантскую шаурму за 1200. А, не хватит, ты чё? У меня 300 рублей на балансе. А, ну давай печенье, окей, печенье. Ну, 360, давай. Давай, Рибокс, ты считай. Когда ты считаешь, у меня счастливая рука, давай. Я уже открыл. Я 115. Он уже открыл. 404, ну, короче, я его опять выебал. Я, короче, опять этих всех выебал, нахуй. Батя выебал. Подписывайтесь на батю. А теперь мы все дружно проверяем вывод. Ну, вы пока выводите, я еще пооткрываю, пока у меня бабки не кончится. О, мне выпал хук за 575, кстати. Я все на вывод ставлю. Блядь, у меня что-то, кстати, я поставил, но он что-то думает. Вывести. Ну, у меня тоже. О, так, мне пришел первый обмен. Первый обмен мне пришел. На Аркану. Пришел первый обмен на Аркану. Я потом вставлю видео, где я заберу... Ну, в инвентаре уже она у меня. Так, Аркана пришла. Хорошо. Не, у меня Аркана уже пришла. Так, хочу плечи забрать. Нотфон, не знаю. Ошибка, обратитесь в техподдержку. Такая хуйня. Ну, у меня тоже нотфон почему-то пишет. Ну, сейчас, подожди. Так, ну-ка, давай обнови страницу. Че у меня нотфон-то пишет? Я не понял, нахуй. Windranger. Только тебе выведет для сегодня вообще. Не знаю. Я почему даже не могу выбрать на вывод. Так. Ну, Аркану я забрал, но это не дело, нахуй, пацаны. Я им сказал, что мы будем выводить баланс, потому что баланс наш, блядь, мы будем все выводить. Я им сейчас пишу, нахуй, что стрелять. Так, ну слушай, у меня еще 900 рублей осталось, я выдал еще пол. Ну, тебе сейчас нахуй срежут этот баланс, потому что они написали, я не успел прочитать. Сейчас срежут, я им потом срежу, знаешь, че, головку. Я и так меньше всех окупился. Блин, ты че? Кстати, у меня вообще типа все вот предметы, только вот этот сет, да, остался, и все. То есть у меня остальное все вообще пропало куда-то, хер пойми. Не, у меня все осталось, но я не могу это забрать. Я не могу забрать. Типа все так, предметы пацаны, пропали. Для успешного. Подсчет. Тихо, подожди, для успешного предмета необходимо от 1 минут до 4. Обычно скины приходят до 10 минут. PS. Что-то неясно, техподдержка всегда на месте. Ну, блядь, я забрал Аркану, а чё остальное-то где? Какие, блядь? Да хуя какие, блядь? Блядь, перезайди, Рибокс. Рибокс, перезайди, ты десептикон. Ребят, минуточку внимания. Ну. В итоге я выбил вещей на 4895. То есть, Рибокс, блядь, перезайди, Рибокс. Ну, по сути, я тоже неплохо выбил таких вещей. Да, только ты 6000, а мы с 3000. Ничего не смущает? Да, я не понимаю, пришел этот обмен, эта хуйня, это или нет? Мне только Аркана пришла, я не вижу других обменов. Я уже написал админу, что за хуйня. Ошибка 4, вот, я нашел все предметы, но здесь, типа, ошибка какая-то. А у меня даже нет кнопки вывода, понимаешь? То есть, я им сказал, что это будет выводить, потому что мы закидывали свой баланс. То, что они промокод дали, молодцы, блядь. Но это, извиняюсь, мы, блядь, троем, нахуй, на 3 канала их, блядь, сейчас сайт показывали. Пацаны, я сейчас еще перековку сделаю из самых дорогих. Делай. Я рискну. Я сейчас просто сделаю шок. Ну, это еще раз доказывает, что Лази долбоеб, потому что я сказал, что у них перековка. 4к в контракт закинул. Чекайте, что выпадет сейчас, чекайте. Давай, я по ленте посмотрю. Ну ты долбоеб, тебе клинки. Что это? Ты чё там? Что это? Алло? 800 рублей выпало мне с 4к. Да. О май гар, было просто. Крэйзи. Так, не моментально, прям все, есть еще другие люди на сайте, сейчас приходят надо сверху, минуту, даже минуту. Пишем об этом. Так, пожалуй, я сейчас, я пишу. Вот, а у меня да, только... у меня такая же хуйня.
Вот у меня вообще ничего не пишется, понимаете, народ? У меня даже нет кнопки вывода. А тебе вообще в Стиме трейд на Аркану пришел, или он тоже висит? Нет, я его забрал. Я Аркану уже забрал. Ну, я вас выебал, короче, опять. Выебал, да. Дай хоть одну шмотку вывести с этого, блядь, калимового сайта, блядь. Вот, а у тебя сет сохранился за 3000? Ну, он сохранился, вот он висит, как бы, да? Ну, а толку? Он висит на сайте же. Ну, да. Не, я написал, пускай двигает. Ты что-нибудь вывел вообще? У тебя там пришел трейд? Я скинул в Дискорд. Ты только... О, я Аркану на СФа поднял, пацаны. Да ладно. Это красавчик, ты сначала выведи эту Аркану. Все, короче, админы мне написали, что прямо сейчас главные админы займутся нашими выводами. Так, Лази, дай мне поддержку, блять, а как ты, чтобы не спалить ее? Блять, можешь как-нибудь, не знаю, чтобы не спалиться, скинуть мне поддержку, потому что мой аккаунт они знают, Rebox аккаунт они знают, потому что у него баланс залагал, и твой... А, ну твой баланс тоже увидели, не надо, я думаю, и так все знают. Потому что я написал, что Лази будет, то я и Rebox. Ну, слушайте, пацаны, я выбил на 5400. Давайте вот так вот, пока шмотки выводятся, я как бы уже первую аркану выбил, я знаю, что админы нам дадут вывести все остальное, мы это обязательно покажем в видео. Но вот так вот, в целом, как вам сайт? Вот реально, без рекламы, без всего, вот ваше мнение. Я лично хочу сказать одно. Фиксите баги, и если вы дальше будете так же охуенно все выдавать, если вы дальше будете, как вам сказать, работать с ютуберами, то я считаю, что у сайта есть большое будущее, и тестидроп он вполне может перекрыть. У него есть то, чего нет у тестидропа. Это шурма, это яйца, что необычного довольно. Опять же, будут апдейты введены на сайт, я написал им, они говорят, сделают. То есть это опять же в плюс этого сайта. Это лично мое мнение, ваше мнение. Rebox, ой, Лази, сначала ты, потом Rebox. Давай сначала Rebox, я пока выводом занимаюсь. Хорошо. Давай. Да. Ну, то есть, говорю, сайт норм. То есть часто я тоже на тесте дропе открываю. Здесь тоже нормально и комфортно, в принципе, открывать. Интерфейс я бы немного поменял, все-таки не особо мне нравится здесь, да. Но я об этом говорил, это будет фикситься. Я показывал. Вообще, да, вообще в целом лучше, сайт как бы норм, он нормально выдает. Вообще моментально. И как бы, в целом есть всякие интересные штуки, интересные кейсы. То есть, ну, тебе я здесь аркан? Буду еще открывать. Моментально, вообще моментально аркану все забрал. Забрал аркану. Блять, а что остальные шмотки-то висят? Мои, дайте мне одну хотя бы вывести, блядь, шмотку. Заебали. Ну, то, что я... Вот сейчас слушайте мое мнение. То, что я забрал как минимум аркану, и у меня еще есть вещь за 810, по крайней мере, я с 2500 хотя бы в минус не ушел, уже, слава богу. Окей, да, я не окупился, как вы, но, блин, ну хотя бы как тести дроп, вот последние видосы, кто смотрел, вот меня сливал просто до нуля, вот ноль. Ты... Я забрал, вот здесь вот сейчас я забрал хотя бы 2500, окей, я не в плюсе, но хотя бы я не слил свои деньги, то есть в перспективе я могу их продать и пойти снова открыть, вдруг повезет, смогу окупиться вообще. Ты, ну, в общем, мы поняли. Угу. Да. Ты у Rebox спроси, какой его любимый сайт, его любимый сайт my.dota2.net. Ой, MyDota 2, я вообще туда больше никогда в жизни не зайду. Это я уже, блядь, с Кунькой там наоткрывался, блядь. Зря, я думал, мы там сразимся за Аркану, по 2500 туда закинем. О, слушай, у меня еще один скин вывелся. У меня все выводит. Чуваки, надо чекать, у меня все выводит. Я не приходит. А у меня из Криптекса почему-то Not Found пишет. Окей, я продал ее, сейчас еще пооткрываю. У меня ты где, Лудоман, ебать? Блядь, а что за хуйня, почему у меня не выводится? Бля, видать, просто админы нам накрутили, вот, знаете, я, конечно, не буду пиздеть на сайт ни в коем случае, но мне кажется, админ просто накрутили дохуя. Ошибка, обратитесь. А вот, мне начало писать ошибку. Так, слушай, я выбил еще лук на Дарксу. Я забираю его. А сет не могу. А вот, слышь, у меня несколько трейдов написал, что пришло. Подождите, мне написал, что пришло несколько трейдов. Да, пришел еще один трейд. На плечи. Мне тоже два трейда пришло. Все, я все забрал, ребят. Я все не, я еще не... Молодцы, я еще не все забрал. Rebox, сейчас тебе тоже должны приходить они. Да, потому что я этот сет, он, ну, я не могу его забрать, блядь, по какой-то причине. Я тоже некоторые не могу пока что забрать. Ну ладно, пока приходит трейд. Они выводят вручную. Так, ну мне еще 180 рублей, я буду до конца открывать. Все-таки я что, лох какой-то. Ну, мне хотя бы еще плечи забрать. Вот самое главное, плечи. Я не знаю, я, наверное, подписчикам разыграю плечи на Траксу за 213 рублей. Может, еще что-нибудь разыграю. Интересно, мне баланс еще не надо. Что-нибудь разыграл, если что-нибудь выведу отсюда, блядь. Так, у меня 38 рублей. Ну, давайте открою Драгон за 28 рублей. Просто по приколу, пока жду. Я за 150 погнал. Ну, соси хуй. За 39 выбил, понимаю. А, шмотка за 17 рублей. Ну вот, они у меня стоят в выводе, то есть все, но почему-то трейды не приходят. В смысле не приходят? Ты же сказал, все пришло. У меня все. Нет, у меня пришли только плечи. Мне все вещи вывели, тупо все. У меня сет не пришел, то есть сет висит, типа, сейчас выводится и все. У меня даже нет кнопки. Он мне написал, типа, нажмите повторно на кнопку на вывод. У меня даже этой кнопки нет. Обнови просто, обнови. Я обновил. Просто понимаешь, что прикол? У меня даже нету этой кнопки. Он мне написал, типа, если выдала ошибку, напишите повторно. Ну, вызовите повторно. У меня даже нету этой кнопки. Так, пацаны, в общем, вот я показываю вам свой инвентарь. Все, вот. Я забрался, что мне дали. Я отдельно врезку вставлю. Как я был, вот. Ну, шмотки. Короче, я все вывел, я, короче, не буду показывать. Бля, народ, вы вдвоем не говорите, говорите по одному.
Все, короче, я видосик заканчиваю, ребят. Спасибо, угу. что смотрели. Если вам интересно, можете перейти, найти Кунька, там второй чел, как там, бокс какой-то. Ребокс. Как тебя зовут? Ребокс, можете тоже найти. Слышь, чел, Ребокс, вот он даже не уважает тех, кто его выебал, просто по дропу. То есть, его выебал самый... Я честно не знаю, Ник, извините. Не, ну понятно, я прикалываюсь. Короче, Ребокс, в общем, можете перейти Кунька, Ребокс, ну Куньку, думаю, все знают. Ну, естественно. Посмотреть их версию этого видео, и также посмотреть, как они вывели. В общем, я вам показываю все, как я вывел. Также, кто сейчас смотрит видосик Куньки или Ребокса, ребята, переходите ко мне, у меня будет самая топовая эта нарезочка. Да, и не забудьте ему написать «Лази хуй соси» в комментариях, я разрешаю. И подпись, что от Куньки, то есть «Лази хуй соси, ПС Кунька». Слушай, Ребокс, я тоже нам предлагаю оффать видео, и мы просто отдельно с тобой врезку покажем, как нам пришли вещи. Просто реально, я не хочу тянуть метраж видео, это будет и так очень дохуя уже. Короче, народ, давайте, всем пока, прощаемся, народ. Всем пока, ребят, спасибо, что смотрели. Можете подписывайтесь на мой канал обязательно. Да, ссылку на ребоксом будет у меня в описании канала. Итак, народ, как я и обещал, я вывожу шмотки. О, кстати, опять продлили, что ли, ебан. Вот, вывел я шмоточки. Все шмотки, которые я выбил, абсолютно все дорогие и дешевые. Сейчас у нас прогрузится Дота. Дота, живи. Вот, народ, хотелось бы поговорить по поводу того, что, ну, нас многих очень задачил такой вопрос. Была ли у нас подкрутка, не была ли она. Народ, честно, судить вам. Как бы я не возьмусь говорить, что не было подкрутки. Также я не буду утверждать, что была подкрутка. Потому что мы так подсчитали в среднем вот такой окуп, да. Не забывайте, что на этом сайте, допустим, это стоит не 600, а 400 рублей. Это стоит не вот этого, по-моему, да. Это стоит не 400, а 200 рублей. Это не 2300 почти, а 1900. То есть эти плечи тоже, они 150, они 200 там с копейками. То есть этот сайт готов купить был у нас за эти деньги. Поэтому вы должны это учесть, то что... По принципе, ну, если смотреть по Стиму, да, окуп. Если смотреть по Dota Market, не особо такой большой окуп уж. Сразу говорю, нам за этот видос не платили. Вот, хотите верьте, хотите нет, народ. Я своих подписчиков никогда обманывать не собирался и не буду. Вот, поэтому я все показал, вот, народ. Я все вывел, шмотки я реально вывел, которые с этого сайта. Хейтеры, которые хотят выебнуться, что у меня были плечи на VR-ку, и это просто мои плечи. Вот, пожалуйста, смотрите, двое плеч у меня, как плечей, плеч. Вот, то есть это вторая вот шмотка именно. То есть так что хейтеры можете сразу закрыть свое ебало. Вот, и все, народ, на этом у меня сегодня все. Но я хотел бы вам что-нибудь разыграть. Давайте так, народ, я вам разыграю вот эту вот спину на... мне уже пишут, жди нас. Давайте я разыграю вам эту спину на Омник. Она очень дорогая и очень хорошо раньше ценилась. И разыграю вот эту вот пушечку на этого... На санитера. Для участия вам надо подписаться на мой канал, поставить лайкусик, это ваше дело, я не буду выкрянчивать, но считаю, за такой топовый контент несложно потратить одну секунду и нажать на лайк. Вот, подписаться на мою группу ВКонтакте, ссылка есть в описании, и сделать репост данного видео, и все, народ, вы участвуете. Две подписки и репост. Не так много, чтобы я стал богатым, и не так, точнее... Как сказать-то? Не так много, чтобы я разбогател, но и в то же время и вы не обеднеете от того, что не потратите кучу своего времени сделать две подписки и репост. На этом у меня сегодня все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео или стримы. А с вами был, как всегда, Кунька. Желаю всем пошлых подружек, адекватных тиммейтов и дорогого шмота. Удачи, народ!